вот сыграли Кубок столетия, и я посмотрела вот тоже на игры. Нет такого, что кто-то будет там сдаваться уже изначально, потому что увидели там, что кто-то круче, кто-то сильнее или там набор игроков лучше. Нет. То есть все будут бороться, все будут играть, а уже как будут, ну, какие будут результаты, уже будет в конце известно. То есть все стараются, работают, и это очень круто. На самом деле это повышает уровень волейбола везде. Потому что когда раньше было такое, еще помню в России, что ну, некоторые игры были просто. Там вышел, отыграл, супер, 3 очка за час и домой, собственно говоря. А сейчас я уже вижу, что все чемпионаты, они непростые. И все стараются поднимать уровень волейбола и стараются бороться, неважно, это топ-клуб или там не топ-клуб. Главное, чтобы игра была. Потому что, как даже Николай Васильевич говорил, что мы как актрисы в театре. И вот на нас все смотрят, мы должны показать красивый волейбол. Не только, что вот мы там забиваем, неизвестно чем и как. Мы должны показывать это красивый волейбол, потому что также мы женщины. И фанаты приходят посмотреть на игру красивую, не только за поболеть за команду, которую они поддерживают. Это тоже очень важно. То есть качество игры очень важно на площадке. Особенно с теперешней скоростью игры, когда все хотят побыстрее играть в волейбол, это очень важно. Как и тренер, она имеет свою систему, свое мышление, и я думаю, что с таким большим багажом знаний о волейболе, потому что когда тренер игрок бывший, это больше плюсов, потому что даже игроки как-то принимают информацию по-другому на самом деле. Поэтому я думаю, что у минчанки очень сейчас сильный, хороший тренер, у которого только все впереди. Тяжеловато, конечно, обратно возвращаться в свой часовой пояс после такого перепада, но в целом значимый турнир. Пока что он единственный в своем роде, как и спартакиада, поэтому, да, хотелось бы, конечно, место повыше, но на что наиграли, на то наиграли. Бронза тоже достаточно неплохой результат, учитывая, что это 8 сильнейших команд. Зависит от каждого игрока индивидуально, но мы все делаем все, что в наших силах. За себя и за команду могу сказать, что мы в отличном расположении духа. Мы готовы к предстоящей первой игре сезона. Очень важная для нас, потому что она домашняя. Хочется позвать как можно больше зрителей, порадовать их и ну, сделать настоящий волейбольный праздник. Очень рано пока об этом говорить. Она только что вот, буквально минуту назад зашла в раздевалку. Еще не знаем, будет она сейчас тренироваться с нами или нет, но уже очень интересно, как она вольется в коллектив. В любом случае, кто-то из нас говорит по-английски, кто-то поможет ей. Мы все достаточно гостеприимные, рады ее видеть, поэтому посмотрим, как оно будет. В Суперлиге действительно такого не было, но, наверное, достойная кандидатура. Она очень хороший игрок, тем более связующий, насколько я помню, она прям отлично пасовала, очень хорошо обманывала. И, ну, все мы знаем, что связка – это голова команды. И я думаю, что как стратег она себя еще проявит. То есть есть чего ожидать, очень интересного. Посмотрим, как это будет. В любом случае, и девочек она знает, и они ее. Многие тренировались и играли с ней долгие годы. Поэтому я думаю, что это чревато сюрпризами, в частности для нас.